Я тебя совершу подвиг. Давай. Вот вы ведете кадр. Ведете. И я вот так вот. Эти кадры уже история. Бэкстейдж, съемок клипа, детство. Процесс занял без малого год. Собрать команду, подготовиться технически, процесс не быстрый. А по завершении съемок – монтаж. В результате на свет появился 4-минутный музыкальный ролик. Мы снимаем, да, музыкальные клипы с опорой на театр, на мои песни, на мою музыку. И идея появилась давно. Первый раз я увидел эту пару замечательную, которую у нас главные герои. Кстати, как раз несколько лет назад на Дне пожилого человека. Актерский состав по-настоящему звездный. Главные роли исполнили народные артисты России Зоя Самсонова и Алексей Дуров. Признаются, вживаться в образ и не пришлось. Мы вышли на природу и сразу почувствовали себя совершенно другими людьми. От этих стен, от всего мы увидели, сказать, тем более... Ой, мы молодыми были какие-то. Ребятенки. Ты вспомни, что ты там вытворял, сейчас вы увидите. Ребятенки были, понимаете, как только мог. Поэтому, сказать, чего там... Какой образ? Это мы. Мы. Детские слезы радости, детские слезы грусти. Память добро пожаловать, время назад не впустит. Клип снят, и это подчеркивается, на чистом энтузиазме. Из бюджета только творческий подход. Музыкальный мини-фильм. История, по мнению участников, вышла в духе семейного кино фестиваля имени Валентины Леонтьевой. Я думаю, что есть другие проекты, которыми бы хотелось заняться. В частности, я уже являюсь членом жюри федерального конкурса «Красная гвоздика». Это конкурс, федеральный конкурс патриотической песни вместе с мэтрами нашей эстрады, такими как народные артисты Александр Морозов, Олег Иванов, Александр Шаганов есть, Симон Асяшвили. И я бы очень хотел привести этот конкурс в Ульяновск. Ульяновску не впервой становиться живой декорацией для киноисторий. Премьера клипа вызвала овации в зале, где собралась творческая команда. История получилась близкой каждому, и разворачивалась она в знакомых родных местах. Владимирский сад и сам по себе располагает к романтичному настроению, которым пронизан клип на слова и музыку Александра Филатова. Правда, погода изменилась, осень перешла в режим дождливости и пасмурности. Но для зрителей она останется такой, какой запечатлела ее съемочная команда. Солнечной и искрящейся. И герои – добрые люди, которые прожили долгую, счастливую жизнь. Вера Мещерякова, Иван Демидов, репортер 73.